Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет очередной тест новой имбы, которая есть на китайке. Это будет вот такой вот огнекрыл, прокачан на максималку. Сейчас мы его прокачаем, заберем акции. Неплохие в последнее время на китайке акции. Вот акции затрат у самиков, даже за 25 можно скин тыковки забрать. Гаргула и два топовых талантика. Такой вот базар есть. Пока забрал нижний ряд, потом доберусь до остальных. Вот еще один ремку продают, 3 камешка на 6 руны, огнекрыло 20 сколько, ну это мы уже забирали. Так, отлично, плюшки забрали, идем докачиваем его. Так, улучшить. Есть. Все отлично. 200 уровень, грубая сила 8-8, которая дает ему увеличение крит урона в 1,5 раза. При условии, что сработает крит, на нем стоит ложный выпад. Плюс 26%, плюс 4% уклонения стоит в топоре. Чарами стоит передача энергии, которая снижает атаку на 5% раз в секунду в течение 9 секунд. То есть фактически до половины урона можно понизить. Также дополнительно 20% атаки дает. В созвездиях у него прокачка уклонение плюс крит, как и на основе. В принципе, все. Ну что, поехали потестируем его в рейдах, посмотрим на урон, как он будет тащить, не будет тащить. Стоит ли ему вообще качать такой талантик. Ну, как видите, по урону просто отлично все. Ну, сейчас вот на хранителе не успели. Жизни не так уж и много, там, по-моему, в районе 400 тысяч у него получается, может чуть-чуть больше. Ну, вроде так, вывозит. Ну, тут герои, конечно, не очень сильные. Единственное, на отражалки, я думаю, с критом он сразу будет сливаться. То есть в этом как бы вся проблема, а урона так обычно у него там просто немерен. Но вот на отражении он сам себя убьет еще быстрее, чем с БВшкой, с бастом. Так, давайте каких-то других найдем. Не то. Ну, на моей силе тут особо противников прокачанных не найдешь. Вот есть стрелок, но стрелок это не проблема. Вот видите, ушатали, причем быстро тыковка разогналась. Все, его просто ушатали. Уклонение нас не спасло. Так, смотрим тут. А по урону, как видите, урон тут 109 тысяч обычный, 110. А критами тут просто вылетает по 200. У него получается 10 таких атак. Думаю, вывозить будет в пачке вместе с другими героями. Сейчас потестируем на других локациях. Думаю, будет неплохо. Так, давайте глянем его на подземке. На 8-10 интересно посмотреть, что у него будет по урону. Ну, он чисто собран сейчас на урон. Как видите, у него уклонения не особо много, но за счет массового урона он неплох будет в команде. Так, ну-ка. 324, 400, да, по урону, конечно, тут жесть. Ну, сейчас его просто слили. Уклона не хватает.
хотя под скиллом у него еще плюс 3000. Так, окей. Поехали. Давайте посмотрим на него на арене. Если мы, конечно, кого-то тут найдем. Так, сохранить. Вызов. Давайте пока одного попробуем. Я надеюсь, тут по центру будут. Да, вот по центру идут. Герои там с первыми эволюциями. Ну. Миссает Афина. Смотрите, как Афина миссает. Жестко. Отлично. Ну, он блокирует их. Гаргул. Жестко, жестко. Да, конечно, тут урона немерено. Вот здесь видно, вот тоже такой же титул, как и у меня. Мы нормально затащили. Вот по урону, смотрите, 430 тысяч. 220. Так, поехали дальше. По центру тоже. Тут уже тыковка есть. Герои с первыми эволюциями. Раздамажил просто жестко. Да. Ну, это максимальная прокачка на урон, которая может быть. Можно еще сюда крита напихать. Но я особо не хочу, потому что, как по мне, то лучше ему все-таки сейчас уклонение. Плюс его талантик. Критовать он и так, как видите, будет неплохо. Когда ему еще добавят. Вот давайте, вот есть Некрос. Отлично. Минотавр, конечно, тут Фрея. Ну, смотрите, против Некроса. Некроса наполовину уже ушатал. Ушатает или нет? Анубиса слил. Ну, я смотрю, неплохо. Так, давайте вот этого. Надо, чтобы герои кучно были. Вот. Первая, конечно, эволюция. Но по урону смотрите, что делается. Это жесть просто. Да, неплохо, неплохо. Возможно, и на основе прокачаю тоже с грубой силой, чисто по локации. Посмотреть. Особенно для лабиринта, думаю, будет неплохо заходить в первые секунды. По урону. Его еще дополнительно писали, что... проапгрейдят. Посмотрим как. Так, вот Некрос 196, 11 уровень. Ну вот смотрите, как он его просто унижает. Стоит ему только раз попасть, все. Некроса просто нет. Хотя Некрос прокачанный был. На 11 скилл даже. Но не смог. Так, окей. Что тут у нас, кто еще есть? Давайте тут попробуем. Давайте попробуем на вот этого нападем. И пойдем на следующую локацию. Так, тут вот снизу надо было. Окей, еще одну карту используем. Давайте тут его ставим. Конечно, тут слона лучше ставить в данной ситуации. Но смотрите на урон. Это просто жесть. Просто попал критом. Жестко, причем очень жестко бьет. Да, возможно, есть смысл такой сборки, максимальный крит. Понятно, что на любой отражалке он будет сливаться, но то, как он убивает, я думаю, это более чем достойно. Просто с хлопка выносит. Так, окей, побежали, потестируем его в забытой. Я тут не участвовал. Так, давайте вот эту вот пачку разберем, поставим его. У кого тут ему еще помощь? Давайте черепа поставим впереди. Посмотрим, как, чтобы не на него агрили сейчас. Так, ну тут, я думаю, мы сейчас никакого топа не найдем. Может, найдем, сейчас попробуем, конечно. Но тут слабенькие все.
Надо будет здесь 1500 набрать. Так, ну-ка, апдейт сделаем. Вряд ли тут кто-то есть. Вот на черепа агрится. Вот он включился, все, сразу всех вынес. Ну, конечно, там герои слабенькие. Но видите, отражалка сработала на ком-то, и он себя прилично так снес. Так, есть. Вот есть кто-то. Отлично. Идем посмотрим. Ай! Один Анубис, я думал, тут. Сейчас будет мега пачка какая-то. К сожалению, нет. Все какие-то непрокачанные. Первый левел. Да, я в группу не ту вошел. Надо заняться. На китайке, конечно, карт дают намного больше, чем у нас. Поэтому тут проблем как бы с этим нет. Так. Да, не попадем мы ни на какую отражалку, к сожалению. Ну, выносит реально жестко. Правда, противники слабенькие. Ну, посмотрим ближе к неделе. В воскресенье уже будет получше пачки. Окей. Так, давайте потестируем его на... Если у нас есть лабиринт. Есть. О, отличненько, есть. Создаем команду вторую, ставим его и смотрим. Может, тут хоть у нас попадутся пачки. Вот есть пачка с Некросом. Смотрим. Ну, вот смотрите, как четенько. Практически раздолбил. Давайте еще кому-то ставим. Давайте вот так вот поставим на Некроса первым. Интересно вдвоем посмотреть. Ну, вдвоем тут они должны просто их раздать. Вот Фрея. Так. Ну-ка, пробуем так. Неплохо. Некрос, получается, снимает баф от хранителя. Этот нормально дамажит, но, как видели, он просел очень прилично. Попал первым и попал на отражалку. Так, тут их заблочили. Да, тут их слили. Опять же, на отражалке посливались. То есть, как видите, урон... Ну, это понятно, это неполноценный тест, надо полностью всю пачку. В принципе, так неплохо. Так, что там у нас еще есть? Экспедиция. Давайте на экспедицию кинем. Попробуем тут. Так, где тут у нас герои есть? Ну, урон, конечно, у него тут... приличные за счет грубой силы. Он шатает их только так. Единственный вариант, надо ему все-таки уклонение ставить, слона, чтобы по нем не так попадали. Ну, вынес их. Так, что у нас еще есть? Забытые потестили, я даже не знаю, где уже его тестировать. В принципе, я и так уже тестировал. Ну, такая сборка. Да, она крутая, да, тут немерено урона, но любая отражалка, он себя убьет. Но я не знаю, мне понравилось
то, как он дамажит, и, скорее всего, я тоже на основе себе еще одного прокачаю, именно с грубой силой, потому что чисто для дамага будет смотреться неплохо. Посмотрим уже, когда у нас будет обнова, у нас его проапгрейдят, там будет немножко изменен в плане таланта, и говорят, что будет еще более имба. Хотя и такая сборка сейчас, в принципе, смотрится довольно-таки неплохо. Что будет там, я не знаю. Ну, как бы я видел видос, но по нему там особо ничего не понятно, что они там нахимичили. Он бьет, типа, вдали от себя уже. Может, его сделают автопрокером, не знаю. Ну, он и так, в принципе, возле себя нормальную зону покрывал, а сейчас получается еще больше. Вот это его умение, которое бьет, как у Афины, по героям только, в принципе, и так неплохо смотрится. Но с грубой силой мне понравилось, как он разносит, шатает героев. Так, что у нас тут есть? Некрос. Ну, вот, вроде неплохие герои. Давайте сейчас посмотрим. Вот смотрите, как он сейчас... Стрелка. Ну, стрелок с первой эволюции. Вот он зарядился. Вот так он будет бить по героям. Ну, вот видите, уклонения хватает, в принципе. Все, он ушатал всех полностью. То есть, так, в такой сборке, в принципе, неплохо. Чисто атакующий вариант. Сейчас найдем, может, кого-то со вторыми эволюциями. Так, что тут у нас первое? Ну, с Бастом, конечно, он более такой живучий и универсальный. Там тоже урона немерено. Но тут чисто заточен на дамаг. И дамаг он выдает, конечно, по сравнению с другими неплохой. Так, ну тут вот, кстати, неплохо. Давайте нападем, посмотрим. Как раз есть хранитель. Сейчас постараемся вытащить. Вот он включился, ару снес, хранителя просто ушатал. А вот дальше хранитель его ушатал. Он убился об отражалку. Все, героя у вас просто нет. Ну-ка, возьмем Некроса. Ну, Некрос блокирует по себе удары. Видите, да, разница тоже есть. Но его тоже ушатали очень быстро. Не знаю, в паре, конечно, они смотрятся очень и очень неплохо. Какой тут у нас Некрос стоит? Некрос с Бастом, без крита. И смотрится тоже круто. Давайте их найдем еще кого-то и выпустим вдвоем. Конечно, я бы качал либо Каменку, либо Баст, если у вас он один. Это более такой универсальный вариант будет на сегодня. Потому что против всего все равно все не прокачаете. Вот раз, два. Некрос, конечно, дамажит по дальней площади, как видите, этот вблизи себя. В основном. Вот они вдвоем. Ну, вот Некрос снимает с хранителя. А там стрелок у нас где-то есть. А, стрелок в даре есть. Стрелок, Анубис. Ушатали. Ну, такое. В общем, не знаю. Сборка довольно-таки интересная. Буду ее еще дальше тестировать. Конечно, я бы категорически вам не советовал вкачивать первому вашему огнекрылу, если он у вас есть. Потому что его получить очень сложно сейчас. Ну, можно собрать грубую силу там, либо бавашку, лучше все-таки Баст, ожог попробовать, Каменку, то есть что-то такое более универсальное. Тут чисто на дамаг вариант, но очень опасно. Я с ним БГ проходил, то, конечно, проблема есть и очень большие. А так, в принципе, не знаю. Есть варианты просто эту сборку переделать, там уклонение поставить, слона, руны поменять на другие, поставить ту же самую оживу, он сразу будет резаться с фулл хп. Ну, не знаю, вы уже сами смотрите, но, в принципе, такая сборка тоже имеет смысл, но я бы категорически не советовал первым качать. Все, подписывайтесь на канал, пишите комменты, это был Акитака, это был один из топовых героев, прокачан на максималку уже. Будем ждать уже следующие обновы и посмотрим, что изменится. Все, всем пока.